Ночной образ жизни и животных поведение, характеризуемое активностью в ночные часы и сном в дневные. Животные, ведущие ночную жизнь, обладают очень хорошим слухом и обонянием, специально адаптированным зрением. Это, к примеру, волки, ежи, лемуры, финики, летучие мыши, филины и другие. Причины того, что некоторые животные активны ночью, а спят днем, в следующем, конкуренция за пищевые ресурсы. Животные, поедающие одну и ту же пищу на одной и той же территории, но в разное время суток, не являются конкурентами между собой и занимают разные экологические ниши. Пример – ястребиные и совиные. Незаметность – в темноте хищнику легче подобраться к своей жертве незамеченным. Пример – львы предпочитают ночную охоту, так как их основные жертвы – зебры и антилопы – ведут дневной образ жизни и плохо видят ночью. Веренный обратный пример – многие виды мелких грызунов активны ночью, потому что поедающие их хищные птицы в основном активны днем. Сохранение воды. Для обитателей засушливых мест характерен ночной образ жизни, так как в отсутствие солнца заметно сокращается испарение воды из организма. Поэтому днем любая пустыня кажется безжизненной. Факты. Некоторые ночные животные могут одинаково хорошо видеть как в темноте, так и на ярком свету. Это, например, кошки и фредки. Другие слепнут на свету. Это, например, гологовы и большинство летучих мышей. Все медведи являются дневными животными, за исключением одного губача. Все обезьяны являются дневными животными, за исключением одного семейства ночных обезьян, галерея представителей разных классов.